Еще один поисковый отряд «Память», который состоит из 15 сотрудников Федеральной службы судебных приставов, сегодня организовал выставку своих находок в БГТУ имени Шухова. Ее посетителями стали студенты военной кафедры вуза. Все это было найдено в экспедициях, в том числе оружие военных лет охолощенное, то есть уже не боевое, саперные лопатки, солдатская утварь и осколки снарядов. Отряд «Память» 2015-го принимает участие в вахте памяти. Одна из недавних экспедиций была осенью прошлого года в Крыму, в аджимушкайских каменоломнях. В 2019 году мы принимали участие в акте памяти «Крымфест Ильтиген». Проживали мы на территории крепости Керчь. Нашим отрядом за вахту памяти было поднято останки 25 красноармейцев. Мы принимали участие в подъеме военно-полевой кухни, которая была обрушена скала и ее завалила. Под кухней были также найдены останки красноармейцев. За время существования на счету Белгородского поискового отряда «Память» более 300 обнаруженных останков бойцов Красной Армии, которые были перезахоронены.